и дальше. На льду Йоси Хельгессон. Первый старт этой спортсменки в нынешнем сезоне. Я имею в виду на Гран-при. А так она уже откаталась и на турнире Nordics, и на турнире Триглав Трофи, и Небельхорн Трофи в Оберсдорфе, и Кубок Ниццы. Результаты, прямо скажем, разнятся от второго места до десятого. Шведка Йоси Хельгессон. Пожалуй, что лучшее ее выступление в короткой программе за то время, что мы с ней знакомы. А знакомы мы с ней на протяжении года, что она выступает на взрослом гран-при. Вот в прошлом году она однажды заняла в короткой программе 7-е место. И один раз 11-е. Прыгнула в начале тройной лутц и двойной тулуп. Потом еще один тулуп. Затем аксель. Ну и как-то все у нее получалось с самого начала, поэтому она смогла сделать и красивые выезды со всех прыжков. И затем уже порхать по льду так, как ей это свободно представляется. Сегодня все сошлось для этой шведской фигуристки, с которой работают Регина Йенсен и ее собственная мама Кристина Хельгессон. Станик Жанет, знаменитый французский фигурист, также занимается с ней периодически хореографией. Это
48 баллов. По-прежнему впереди китаянка.